Это только учебная тренировка, но ее правильная отработка требует достоверности. На этот раз объектом для показательных занятий по эвакуации с привлечением Орехово-Зуевского пожарно-спасательного гарнизона была выбрана школа номер 26. В первую очередь организованно выводим детей и те специальные маски от уже якобы поступившего дыма в здании. По легенде, пожар возник на первом этаже мастерской технического труда в результате неисправности электрооборудования токарного станка. Огонь распространяется внутри кабинета по пожарной загрузке. Задымлены коридор и помещение этажа. Детям и преподавателям рассказывается и о пожарной безопасности, о том, как правильно пользоваться электробытовыми приборами. То есть это меры пожарной безопасности в быту, также и в школах. В школах у нас были проведены 7 сентября единый день тренировок. И каждое учебное образовательное учреждение проводила тренировку по эвакуации. По словам Игоря Бекера, учения оценены на хорошую отметку. Замечания будут учтены при проведении следующих тренировок.